Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Геннадий Филин, руководитель группы «Филин». Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Ну вот расскажите, какие новости грядут? Насколько знаю, скоро концерт будет группы. Да, скоро будет концерт группы «Филинс». И у нас начинается новый этап нашего проекта «Есенин джаз», который в прошлом году он так стремительно проявился. Много интересного произошло. И сейчас новый этап развития этого проекта. У нас выходит новый альбом, вот могу его даже показать, это макетик «Есенин джаз». И в этом альбоме целое созвездие музыкантов, всемирно известных, таких, например, как Билл Эванс, многократный обладатель премии Грэмми, Франк Вагане, это лидер бельгийского джаза, он записал музыку к фильму «Оскару», «Артист», это лучший фильм 2011 года, Стефорд Хантер, тромбонист легендарного оркестра Дюка Эллингтона и многие другие, наши там два народных артиста, Игорь Бутман, саксофонист известный, Алексей Кузнецов. И вот все эти музыканты, целое созвездие, четыре страны представлены, даже Россия, Италия, Бельгия и США, исполняют мелодии Сергея Есенина, как джазовые пьесы, как джазовые, как американские стандарты, допустим, да, вот, а мы русскую тему решили развивать. И вот с помощью таких музыкантов мы это продвигаем на весь мир. И, соответственно, у нас в марте будет такой небольшой тур, это первый шаг к дальнейшему уже продвижение нашего проекта. Вот презентация этого альбома. 9 марта состоится концерт в МКЦ, в Муниципальном культурном центре в 19.00, куда я всех приглашаю с удовольствием. И «Есенин джаз» будет представлен, кроме группы «Филинс», двумя музыкантами зарубежными. Это Борис Савалдели, наш главный вокалист, который исполняет есенинскую тему. И также в проекте будет принимать участие Стефорд Хантер, о котором я уже сказал, тромбонист из оркестра Дюка Эллингтона. А с нашего города начнется тур и закончится где-то в середине будет? Так? Начнется он на самом деле в Рязанской области. Мы очень хотим, и это правильно, укоренить нашу вот эту идею здесь сначала у себя, в городах, селах Рязанской области. Концерт, этот тур начнется в городе Касимове. Может быть, если удастся еще раньше где-то организовать, значит, еще где-то будет. Но вообще так, скорее всего, в Касимове. Затем 9 числа в Рязани. В Касимове я не сказал 7-го. В 9-го в Рязани. И финал всего этого будет на самом крупном фестивале нашей страны. Фестиваль называется «Триумф джаза», который пройдет в Московском международном доме музыки. И этот фестиваль организует народный артист России Игорь Бутман, выдающийся саксофонист. Вот, в прошедшем году мы уже были на нескольких его крупных джазовых фестивалей, куда он нас приглашал хедлайнерами. И вот теперь мы попадаем на самый крупный джазовый форум. Российский. Геннадий, вот скажите, пожалуйста, сколько лет уже существует группа? И хотя бы приблизительно вот можете посчитать, какой концерт по счету? Это на самом деле очень сложно сделать. Хотя, вы знаете, я предпринимал как-то такие попытки. Правда, в отношении кафе «Фонтан», когда я был арт-директором, я считал, поскольку там, допустим, раз в неделю в среду концерт, и вот я все это перемножил, но я сейчас, честно говоря, не помню. Ну, там уже накопилось тогда только фонтановских, что-то там 300, что ли, лет. Это, конечно, не только мои, но если сейчас рассматривать наши концерты, я скажу, что в прошлом году только «Есенин джаз» было порядка 50 концертов. А группа сколько лет существует? Вот будет 32 года. Угу. Вот где черпаете вдохновение по сей день? И как бы меняются источники, нет, или все те же самые? Источник находится всегда внутри, он находится в нашей душе. Если идти еще глубже, он находится в божественном духе. Вот. И надо всегда знать, что тело – это всего лишь такая внешняя оболочка, она является выражением нашей души безграничной, а душа у нас управляется нашим духом. И, соответственно, если мы вот внутрь смотрим, то мы там всегда найдем источник для вдохновения. Только там нас может подстегнуть природа, любовь к женщине прекрасной. Но все равно все идеи придут изнутри. Потому что то, что я сказал, это способствует открытию нашего сердца. Вот когда сердце открывается, мы заглядываем в душу, и там вот нам все сакральное сразу обязательно быстренько выдаст. А если вот взять группу 32-летней давности, да, и ту, которой она является на данный момент, вот это существенное различие?
Все дело, вы знаете, в страсти. То есть тогда, когда у меня проснулась любовь такая вот, после того, как я закончил музыкальную школу, где мне страшно не хотелось учиться, да, и вот потом, когда вот проснулась настоящая любовь к музыке, да, то есть там семечко-то было, оно проросло просто через какое-то время, когда я отпустил, ушел из этой школы, все, больше не хочу никакой музыки, а потом раз, оказывается, это главное. Вот. И двигала страсть сильнейшая изнутри, вот когда ощущение, вот это желание выразить гармонию музыкальную, да, и вот эта страсть, это главное, что нас всегда движет на новые какие-то свершения. Надо уметь и за ней идти и видеть ее в себе, вот эту творческую страсть, страсть настоящей любви. Вот. Поэтому в этом отношении ничего не изменилось. И как только если меня берет какая-то рутина даже в своем собственном деле вот, организации моих музыкальных движений, я сразу же пресекаю эти вещи, да, даже если в них впадаю, мы все в них иногда впадаем, вот, и я нахожу зацепочку за страсть и за любовь внутри, в душе, чтобы вернуть себя вот в истинное русло, потому что если мы превращаем любое дело в рутину, значит, ему все уже. Угу. Не жить. Ну вот любой человек, да, например, посмотрев какие-то свои там старые фотографии, такое бывает, да, тем более, когда дело касается творчества, посмотришь там на себя сколько-то лет назад, думаешь, чуть такое было, да, вот, а вот с музыкой такого нет, вот, когда вы слышите, например, что-то свое, там, вот, давнишнее, да, или по-прежнему вы довольны тем, что было тогда? Я доволен, вот каждым мгновением доволен, и меня спрашивают, если бы вот там, если ты что-нибудь изменил бы. Нет, как? Если вот ты движешься, постоянно что-то узнавая новое, да, причем это делаешь с желанием, не из-за того, что тебя кто-то там что-то заставляет, хотя это тоже надо бывает необходимо. Вот. Но в целом, если главный побудительный мотив находится внутри тебя, то ни о чем жалеть не приходится, и ты всегда ну, достигаешь того, что ты хочешь. И сохраняешь вот это самое главное ощущение любви. А вот 9 марта концерт, вас вот вижу, плакатик красивый лежит, да? Покажите. Да, давайте я покажу. Вот такой у нас замечательный, вот, Наташа, угу. Такой у нас замечательный Есенин джаз. Видите, у нас там черные, белые, да, и вот уже весь мир начинает распевать песни Есенина под музыку группы «Филинс». Наш символ – это вращающаяся планета, если кто на сайт заходил, и девиз «Музыка, объединяющая мир». Вот это все работает и все сбывается. Ты сказал в альбоме 4 страны уже, да, Бельгия, Италия, США и Россия. Ну, это замечательно. Вот так мы нашу есенинскую тему продвигаем. Красиво. Да. После концерта уже есть какие-то планы на ближайшее будущее творческие? Планы дальше все это дело развивать. И мы будем делать концерты обязательно в Рязанской области, в городах России, в больших, маленьких, совершенно неважно где. Маленькие концерты, большие концерты. И будем стараться делать, поскольку вот такое созвездие интернациональное принимает участие, естественно, вот эти альбомы, они попадут и в Бельгию, конечно, и в Италию попадут, и в Америку попадут. И, конечно, мы будем стараться по возможности везде это представить, уже живьем, сыграть. Ну что ж, творческих вам успехов, вдохновения, чтобы никогда не покидало. Ну и, конечно, хорошо отыграть концерт, много восторженных поклонников. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Геннадий Филин, руководитель группы «Филинс». Это программа «Городские встречи». Увидимся.